Четверть населения планеты 1 июня отмечает международный праздник, посвященный детству. Первый день лета в Десногорске был богат на развлекательные и спортивные события для детей. Начало празднику было положено в 4-м микрорайоне, где прошел марафон «Планета баскетбола. Оранжевый атом 3x3». На взрослых лежит ответственная миссия – обеспечить защиту жизни и здоровья детей и подростков. На эффективное достижение этой цели направлены многие муниципальные программы города. Так, прошедший баскетбольный турнир был организован в рамках проекта регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» при участии концерна «Росэнергоатом». Люди, занимающиеся поддержкой детства, лично поздравили юных десногорцев с праздником. Дети! Это самое дорогое, что есть в семье. Пусть вас всегда окружает внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых. Желаю вам всем крепкого здоровья, удачи и благополучия. Покажите, как вы счастливы от лета, от каникул. Вот с таким настроением, вот с таким замечательным настроением вы должны провести это лето. Будем надеяться, что оно будет теплым, вас радовать, вы наберетесь много энергии, положительных эмоций и зарядитесь на следующий учебный год. На открытии турнира присутствовал почетный гость. Человек, чья деятельность развивает баскетбол и с раннего возраста прививает детям любовь к спорту. Сергей Фомин, генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». Нам нужно здоровое поколение. И концерн «Росэнергоатом», и наша атомная станция. Мы будем все делать для этого в Десногорске, чтобы были места для занятий, чтобы был инвентарь. И ждем вас на наших спортивных объектах. Всех с праздником! В марафоне приняли участие команды юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. За право победителей десногорским баскетболистам пришлось бороться с командами из Смоленска и Ростовля. Несмотря на конкурентную борьбу, командам Десногорска удалось стать первыми почти во всех возрастных категориях. Для полного триумфа не хватило одной победы. Золото в номинации «Девушки 2008 года рождения и младше» увезла с собой команда из Ростовля. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.